Здравствуйте! Вы снова на канале iSpeak, альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. И с вами я, ее ведущий, Олег Павлюченко. Этим фильмом я продолжаю наш проект «Три полюса, два потопа». В предыдущих частях этого проекта, еще раз напомню его название, «Три полюса, два потопа», я высказал свою гипотезу двух планетарных катастроф глобального масштаба, произошедших на нашей планете за последние 3-4 столетия. И по моей версии, эти катастрофы были вызваны первоначально применением оружия массового поражения, а потом падением на нашу планету каких-то небесных тел. Причем эти небесные тела, судя по следам их столкновения с Землей, находились на орбите Земли. И не только находились, они вращались на орбитальных траекториях. Причем, опять же, судя по этим следам, на поверхность Земли падали куски этих объектов. И мы в предыдущих фильмах «Леля» и «Фата» этого проекта хорошо данную ситуацию показали. Но самое главное, что эти объекты, как мы теперь понимаем, естественные спутники Земли «Леля» и «Фата», упавшие на поверхность нашей планеты на рубеже 17-18 веков, это «Леля» и середины 19-го «Фата», были перед падением разрушены на части. Причем «Леля» была разрушена в конечной точке траектории перед самым соприкосновением с Землей, поэтому распалась на несколько больших частей. И в районе 5 или 6 ее следов падения мы с вами обнаружили. А «Фата» же была разрушена еще на своей орбите, не успев приблизиться к нашей планете. После того, как она начала сходить, процесс схождения начался, как мы уже говорили, из-за повреждения какого-то механизма внутри планеты, который удерживал ее на орбите. Но об этом мы снимем следующий фильм. Пока мы понимаем одно, что «Фата» была разрушена на большое количество мелких кусков. Видимо, ее разрушали целенаправленно применением большого количества зарядов, дробили распавшиеся большие куски. Но это пока гипотеза. В общем, еще находясь на своей орбите и не приближаясь к поверхности нашей планеты, «Фата» была разрушена в облако вещества, состоящее из нескольких больших кусков. Ну, одного большого след падения мы видим, он образовал пустыню Такламакан, еще несколько падений мы видим, одно в Красном море, другое образовало озеро Виктория. Но весь смысл в том, что огромное облако этих частиц, мелких камушков, песка, пыли, образовало большую область. То есть при взрыве планета расширилась. И вот эта вот область и летала по орбите, потихоньку приближаясь к нашей планете. Потому падение «Фаты» происходило, как мы теперь знаем, из нашей серии фильмов «История Великой Тартарии», часть 9, что падение «Фаты» происходили с 1843, вернее частей «Фаты», по 1846 год. Это были так называемые градобои, на самом деле камнебои, которые уничтожали урожаи. При этом многие спрашивают, а какое доказательство гидросферы, наличия гидросферы на этих спутниках вы представите? А доказательство очень простое. Все эти 3 года на Земле лились проливные дожди. А эти дожди происходили от того, что разрушенная «Фата», превращенная в облако обломков и пыли, имела реально свою гидросферу, которая также находилась в этом облаке, только в виде льда. И падая на поверхность Земли, а это все было вперемешку, эти льдяшки в верхних слоях атмосферы разогревались и превращались в пар. А потом, разумеется, в виде дождей конденсировались и выпадали. То есть постоянно лил дождь, прибивая к поверхности Земли всю пыль от этих градобоев. Так образовался вот тот слой грунта, который засыпал первые этажи городов по всей Земле. В общем, в этом фильме я повторяться не буду. Если кому интересно, смотрите весь цикл фильмов из серии «Три полюса, два потопа». Там же я и объяснил последствия всех этих явлений. Но в этом фильме сегодняшнем нам нужно только одно последствие. Мы будем его доказывать. Это изменение положения полюсов. И изменение полюсов не на поверхности планеты,
а они гуляли, перемещались в различные точки, и мы таких точек нашли с вами три. В этом анализе мы этого доказать не сможем. Но мы сможем доказать угол наклона оси вращения Земли. Именно то, что он изменялся. Из-за чего же происходило само явление наклона оси вращения планеты, плоскости эклиптики, я тоже очень хорошо объяснил. Напомню, что только это прецессионное движение оси вращения Земли. Со мной сейчас очень многие спорят после выхода моих фильмов. Некоторые пишут, что вы первые, кто начал применять понятие гироскопии к земному шару. Ну, не я первый, до меня очень многие это уже делали. И, в принципе, когда я учился, опять же, на штурманском факультете военно-морского училища, это объясняли мне преподаватели. И объясняли очень просто. Если Земля вращается вокруг своей оси, не буду приводить формулу, но у нее есть момент силы, а это свойство гироскопа. Кто со мной поспорит, пожалуйста, попробуйте. Но только откройте учебник теоретической механики гироскопия и докажите мне это на формулах, а не на пальцах, что момента силы у нашей планеты нет. А момент силы – это характеристика именно гироскопа, еще раз повторюсь. И этот гироскоп, наша планета Земля, вращается вокруг своей оси точно так же, как гироскоп, закрепленный в трех степенях свободы. Хоть в механических трех степенях свободы, хоть в магнитном поле. Ну вот наша Земля, она больше похожа, как гироскоп, вращающийся в магнитном поле. Но степени свободы у нее все. Хотя есть еще и двухстепенные гироскопы, но это просто для сравнения. Они используются как навигационный датчик определенных явлений в таких приборах, как авиагоризонт, либо какие-то инерциальные системы. Еще используются в автоматах противокачки на судах. И там их как раз нужно два этих двухстепенных гироскопа. Они направляют свой момент силы в сторону либо боковых, либо килевых волн. Там корабль двигается в плоскости, ему две степени свободы практически не нужны. Но об этом я тоже не буду много говорить. В общем, последствием этих глобальных катастроф стало изменение положения оси вращения Земли, которая получила наклон относительно плоскости эклиптики, по отношению к объектам в космосе. Проще это объяснить. Сейчас ось вращения Земли, проходящая через южные и северные полюса, от северного полюса в небо, она будет указывать на так называемую полярную звезду. Это одна из звезд созвездия Малая Медведица. И эта полярная звезда есть небесный полюс. Все время ось нашей планеты, вне зависимости от всего, что с ней происходит, вращение вокруг Солнца, вращение Солнца вокруг объекта какого-то в галактике или центра галактики, пока наша Земля своей осью направлена на полярную звезду постоянно. И для нас, находящихся на Земле, все созвездия вращаются вокруг этой полярной звезды. В зависимости от времени суток, от времени года, думаю, объяснил доходчиво. Так вот, чтобы доказать, что Земля наклонилась, и именно в моменты катастроф, чтобы это указывало примерно на время катастрофы, 17-18 и середина 19 века, я начал изучать звездные карты. Но только я начал скачивать с интернета несколько звездных карт 16 века, как один из моих друзей ВКонтакте прислал мне интересную ссылку, и я ее открыл. А ссылка была на материал Дмитрия Мыльникова, который он опубликовал на сайте Крамола. И называется этот материал «Другая история Земли, часть 3G». Почему он так ее назвал, пока непонятно. А Дмитрий Мыльников проделал всю работу по исследованию этого вопроса практически за меня. И потому я просто вас ознакомлю со своими комментариями, с тем, что исследовал Дмитрий. Конечно же, я не согласен с остальной интерпретацией Дмитрия в отношении падения на Землю какого-то объекта типа пули, который пробил не только, по его мнению, земную кору, но прошел сквозь планету и выскочил с другой стороны. По всем законам космической механики это в принципе невозможно. Но об этом я долго говорить не буду. У Дмитрия и у меня свои версии всех этих событий, и каждая версия имеет право на жизнь. Может быть, так оно и было. Но, по моему мнению, падали куски именно естественных спутников Земли, Лели и Фаты.
тех летающих городов. И два из трех либо спутников, а может быть и этих городов, упали на поверхность нашей планеты. И вызвав сначала одну, а потом вторую катастрофу. Также я объяснил происхождение песка, засыпавшего Сахару и весь Ближний Восток. Но у Дмитрия версия, я еще раз говорю, другая. Кто из нас прав, кто не прав, рассудит только время. Я думаю, Дмитрий сильно не обидится, если я воспользуюсь его материалом, так как я назвал его автора. Для лучшего понимания этого материала я перейду к компьютерному экрану. Итак, Дмитрия удивило, когда он увидел, что все старые карты составлены таким образом, что в них в центре расположено созвездие дракона, а не полярная звезда. А на картах, датированных 17-18 веками, конечно же, датировки карт, замечу, очень спорны. Новое положение полюса направлено на полярную звезду, направлено так, как будто просто его дорисовали. А в центре находится все то же созвездие дракона. Вот статья Дмитрия «Другая история Земли», часть 3G. Видимо, он ее назвал так. В этом абзаце он и выразил свое удивление. Но удивляться здесь нечему. То есть просто рисовали точку полярной звезды, а рядом со старыми линиями проекции с поверхности Земли на небесную сферу проводили новые линии от этой же полярной звезды. И вот первый Дмитрий рассмотрел карту Альбрехта Дюрера к изданию книги Птолемея «Альмагест». Датировка этой карты 1515 год. И действительно, Северный полюс, как мы с вами видим, вращается, то есть небесная сфера вращается вокруг другого полюса, не полярной звезды, а какой-то точки в созвездии дракона. Полярная звезда при этом, а мы сейчас пройдем на расширение, которое сделал Дмитрий. Вот. Как мы с вами все помним, вот эти вот четыре звезды большого ковша и вот четыре, две вот эти крайние и четыре расстояния до полярной звезды. Ну, здесь, конечно же, это картинка, а не карта. Вот полярная звезда, а вот точка полюса небесной сферы. Вот фактически расстояние и направление от полюса старого к новому. Действительно, Северный полюс старый был направлен к какой-то звезде в созвездии дракона. А полярная звезда и созвездие Малой Медведицы где-то вот рядом. Направление на нее мы нарисовали. Точно сказать нельзя, так как эти карты просто иллюстрация к учебнику истории. И не больше. Об этом я уже не раз говорил, анализируя назначение многих старинных карт. Вот на этой карте, а вернее картинке, отсутствует градуировка по широте. Сейчас я вам это покажу. Вернемся к этой карте. И у нее практически отсутствует градуировка по вот этой вот линии. А здесь вот она задает широту. По долготе градуировка есть. Ну, отметим ее другим цветом. Вот она. Здесь какую-то информацию цифровую можно считать. Но еще раз отмечу, что это только половина из нужной для ориентации и установки какой-то точки или поиска этой точки на любой карте информации. То есть вычислить координаты звезды с этой карты практически невозможно. А сама эта карта чистая перерисовка с какой-то древней, более точной карты. Видите, здесь и не все звезды нанесены. По моему мнению, эта карта отражает картину звездного неба при полюсе, находящемся в Гренландии. И самое главное, отсутствие наклона земной оси к плоскости эклиптики. И вот это вот второе отсутствие наклона Земли к плоскости эклиптики очевидно. Сегодня угол наклона — это 23 градуса примерно 40 минут. И если выровнять ось земную, я здесь это показывать не буду, но кто хочет, проверьте. Если ось Земли выровнять под 90 градусов плоскости эклиптики, эта ось своим направлением покажет именно в созвездии дракона. А вот местоположение полюса на поверхности планеты, то есть самой вот Гренландии, пользуясь этой картой, установить
невозможно. И здесь мы можем с вами пользоваться только исследованиями исследователей и альтернативных историков, которые они делали ранее. Как был установлен этот полюс в Гренландии, местоположение. И примем мы этот факт как бытность, основываясь на вот этих исследованиях. А все эти исследователи фактически установили местоположение полюса в Гренландии именно по направлению строительства пирамид и ориентации городов. По моей реконструкции, полюс в Гренландии и отсутствие наклона земной оси, напомню вам, был до катастрофы конца 17-го, начала 18 веков. Но я так рамки определил этой первой катастрофы. То есть это было падение Лели. И вот мы здесь видим хорошую картинку. Линия перпендикулярная к северной грани Кайлоса. Направление центральной оси Теотиокана. Они нам и дали. Но здесь еще очень много линий можно провести. Это линия и оси Санкт-Петербурга. Многих церквей, которые и допотопных сооружений, которые на сегодняшний день остались. Они все показывают нам вот эту вот точку. И точка это в Гренландии. Угол к современному северному полюсу составляет 15 градусов. Но пойдем дальше. Дмитрий также исследовал следующую карту из Альмагеста 1551 года. Вот эта карта. И его вывод. Карта нарисована в старой проекции. Созвездие дракона находится в центре. Вот оно. Но тут мы видим обозначение нового северного полюса. Вот оно. Он его отметил синим цветом. Почему он сделал такой вывод? Вот карта старая, вот ее центр созвездия дракона. А вот какая-то окружность, проведенная на этой карте, как будто бы она здесь раньше была. Но это дорисованная окружность. И от нее же идут еще и вот эти вот окружности. То есть их дорисовали. Хотя прекрасно мы видим, что все линии реально ранее сходились в этой центральной точке. А сюда сходятся параллели, но не сходятся меридианы. А здесь вот параллели, как и на прошлой карте, просто не были нарисованы. Мы с вами это увидели. Еще раз покажу. Вот на этой карте никаких параллелей нет. Почему нет? Ну, сказать очень сложно. Скорее всего, это перерисовка. Может быть, как-то по-другому они измерялись. Оставлю это опять как бытность. Параллелей нет. А вот на этой карте параллели нарисовали. И они не совпадают с центром меридиана, схождение меридианов. А северный полюс якобы вынесен сюда, вот центр окружности. Хотя мы с вами видим, что Большая Медведица, вот она, и он ее обозначил красным. Это говорит о том, что на старую карту кто-то нанес новое положение, направление оси вращения Земли. И это хорошо согласуется с нашей реконструкцией. После катастрофы 17-18 века ось Земли получила наклон порядка 20 градусов. Это моя гипотеза. А на поверхности планеты положение полюсов переместилось из Гренландии в другую точку, промежуточную. Но это мы узнать из карты не можем. Констатируем только появление наклона. По нашей реконструкции датировка официальной истории 1601 год. Но реально это происходило во временные рамки 1685-1690 годов. То есть вот этот вот конец 17-го, начало 18 века, который я все время упоминаю. И теперь еще раз посмотрите движение полюса. Вот он полюс Гренландии, вот его точка перемещения в промежуточную точку полюса и вот еще одна. Теперь откроем карты. И мы с вами в своих предыдущих фильмах во второй части проекта «Три полюса, два потопа» это все фактически установили. Современный полюс вот здесь вот, этот полюс в Гренландии, а вот промежуточный полюс, который на 3 градуса по широте отличался от сегодняшнего. И перескок произошел таким же образом сюда и сюда. Еще раз нарисую, чтобы было понятно. Вот старый полюс в Гренландии, примерное местоположение, вот новый, а вот промежуточный. Вот перескок. Раз. Это полюс до 18 века. Это полюс до середины 19 века. А вот перескок на современное место. И та же самая картина и здесь. Старый полюс, перескок и перескок.
То, что полюс не перескочил после этой катастрофы 17-18 веков в современное место на поверхности Земли, а ось Земли наклонилась относительно плоскости эклиптики не на современные 23 градуса 40 минут, а где-то в районе 20 градусов, я еще раз повторяю, подробно рассказал во второй части нашего проекта под названием «Новый Северный полюс». Но Дмитрий отнес это промежуточное положение к остаточным процессам, то есть постепенному переходу полюсов. Но, как я говорил ранее, постепенно это случиться не могло. Все происходило по законам гироскопии. Полюса описывали при привнесении массы, то есть при падении небесного тела, нагрузки на ось гироскопа, прецессионные окружности. Но очень недолго. Это произошло скачкообразно. То есть полюс перескочил скачком, еще раз говорю, остановившись в случайной точке на этой прецессионной окружности. То есть оба конца выписывали прецессионные окружности, масса была внесена, произошел рывок, пошли воды океана проворачиваться относительно литосферы. Но прецессировать Земля долго не могла. Представляете, что бы на ней творилось? Скорее всего, по прецессионному кругу концы ее оси, по прецессионным окружностям, то есть эти полюса, даже оборота не сделали, просто был рывок. И еще раз, по моему мнению, это промежуточное положение полюсов просуществовало от первой катастрофы во временных рамках 1685-1690 годов до второй катастрофы. А временные рамки второй катастрофы по моей реконструкции 1841-1849 год. И вторая катастрофа была вызвана опять же падением Луны Фата. После этого только земная ось наклонилась на современное состояние, на современный угол 23 градуса 40 минут. А первоначально, после первой катастрофы, она сразу же наклонилась градусов на 20. И здесь пропорции мы опять видим, здесь точно, конечно же, не посчитаешь. Вот первый отрезок, вот эта вот земная ось наклонилась на 20 градусов с момента полюса на Гренландии. Перескок в промежуточный, наклон на 20 градусов. Вот такой вот отрезок на звездной карте. А второй перескок, вот он, совсем небольшой. То есть он где-то происходит, наверное, четверть. Мы здесь на пальцах практически считаем, потому что цифровых значений с этой карты не снять. Если 23 разделить на 4, ну примерно 20 на 4, это получится в районе 5 градусов. То есть вот вам на 4 этих отрезка как раз 20 градусов, ну 3 как возьмем, примерно как 5. Здесь мы точно опять же не считаем. Но еще раз хочу напомнить, что из этих карт мы не можем получить информацию о перескоке полюса на поверхности планет. Мы можем получить информацию только о наклоне земной оси к плоскости эклиптики. Но еще раз, нисколько не можем установить положение полюса на поверхности планеты. Несмотря на это, найденная Дмитрием информация является одним из доказательств моей гипотезы об изменении положения полюсов вследствие двух катастроф. Катастрофы 17-го, начала 18 веков и катастрофы середины 19 века. Дмитрий рассмотрел еще несколько аналогичных карт, и все они указывали фактически ту же информацию. Везде на этих картах, вот карта Яна какого-то Гивеля, тоже в центре у нас находится созвездие Дракона. Опять та же ситуация у нас с дорисованными параллелями, которые вот этими окружностями не соответствуют этой точке меридианов. И опять у нас полюс промежуточный указан. Чуть-чуть увеличим эту карту. Да, та же ситуация. Вот он, центр окружности. Еще раз, все ее, наверное, увидели. Вот несоответствие. Центр, а параллели построены относительно другого центра. То есть в такой ситуации кто-то скажет, что это специально так сделано, что-то это значило. Это не может ничего значить. Это значит только то, что вот этот центр должен быть вот здесь вот. Либо параллели должны быть здесь. Но как бы мы ни говорили, Дмитрий нам показал ситуацию о трех положениях полюсов в последние 3-4 столетия.
Также, Дмитрий, я смотрел еще эту карту. На ней фактически то же самое. Но здесь четко полюс в созвездии дракона. И заметьте, нету центральных линий, а есть опять какие-то только параллели. Такого быть не может. Здесь все наоборот. А вот полярная звезда, где должна находиться. Эти все карты реальные картинки к учебникам истории. Видимо, после работы Шлёцера, Миллера и Байера. Когда древние карты реально, подгоняли под ту обстановку, которая была в мире. Вот еще раз. Хотя многие спорили, что на картах звездного неба всегда положение Северного полюса было на полярную звезду. Еще древние греки плавали по полярной звезде. Но как мы видим с вами, вот средневековые карты. Вот у нас большая медведица. Вот четыре расстояния. Хвостик малой медведицы. А центр у нас в созвездии дракона. И это карты 17 века по официальным датировкам. Вот еще карта, опять в середине созвездия дракона. Вот еще карта в середине созвездия дракона. И опять параллели дорисованы, но уже как-то неправильно. Опять созвездие дракона. То есть все вот эти карты перерисованы с карт, которые существовали до первого потопа, при той развитой цивилизации. Еще такая же карта. Как они называются, посмотрите в статье Дмитрия. Опять та же ситуация. А вот в этой карте нет. Вот смотрите, здесь уже хвостик большой медведицы. Вот реальная карта положения полярной звезды. И что же это за карта? А, это Готорпский глобус, находящийся в Кунсткамере. Вот на Готорпском глобусе фактически положение Северного полюса реальное. Вот этот Готорпский глобус в статье Дмитрия. Еще раз повторюсь, что Дмитрий своей статьей фактически исследовал ситуацию о перескоке полюса с Гренландии в промежуточное положение, а потом в современное. После первого потопа он перескочил в промежуточную точку, потопа там рубежа 17-18 веков, а в середине 19 века полюс перескочил в настоящее местоположение. Конечно же, у Андрея свое мнение по этому вопросу, судя по его статье, но на то мы и исследователи, чтобы каждый имел свое видение событий. А рассудит все только раскрытие этой информации когда-нибудь. Может быть, оно случится еще при нашей жизни. Но это только мечты. Пока мы все потихоньку приближаемся к каким-то определенным истинам. И в этой статье, Андрей, я только не согласен с ситуацией прострела нашей планеты. Я об этом уже говорил. Не может небесное тело пробить кору, пройти внутри планеты и выскочить с другой стороны. Но насколько я понимаю физику, астрономию, небесную там механику, такого невозможно. Тело может пробить поверхность Земли и застрять там где-то в магме, если она вообще есть, эта магма. Мы пока внутреннее строение Земли не знаем. Но выскочить с другой стороны, поднять песок, оно не может. А еще улететь обратно в космос. Так же, как многие рассказывают версии, что пыльные бури, песок, который высыпался в Сахаре, происходили фактически от извержения вулканов. Но опять же, я скажу, что такого быть не может. Нету на Земле ни одного объекта, который, кроме ракеты «Союз» или там «Аполлон», который может преодолеть земное тяготение. Представьте вулкан, насколько он должен, какая в нем должна быть энергия, чтобы посылать камни за пределы атмосферы. Ну, в общем, как-то так реконструкция у нас получилась. И мы выявили одно из доказательств того, что действительно полюса было три. Думаю, я понятно объяснил всем смотрящим наш фильм, как это происходило. И Дмитрий Мыльников сделал достаточно бесценную для этого материала работу. Спасибо ему за это. Теперь немного расскажу об этих картах, которые он нашел, и я нашел до него, и таких карт еще достаточно много. Конечно же, все эти карты – подделки. И ту методологию, которую я рассказал в своих ранних фильмах, когда вы видите карту древнюю, так называемую, ищите, куда направлена ее меридиональная сетка, на какое положение полюса. Если полюс на Гренландии – это карта до первого потопа. Если полюс в промежуточном положении – а мы его с вами установили в нашем фильме «Три полюса, два потопа, новый Северный полюс». Как раз из анализа меркаторских карт. Одна из них Таврика Херсонесская. Меркатор, как вы уже поняли, большие карты сделал
с меридиональной сеткой, направленной на современный полюс, но эпизодические карты его небольших участков поверхности Земли остались с ориентацией на промежуточный полюс. Потому вывод по Меркатору, конечно же, что это все подделки после середины 19 века, то есть после второй катастрофы. И в этих подделках использовались оригиналы межпотопного времени. Времени от первого до второго потопа, от первой до второй катастрофы. То есть с начала 18 века, в период времени, по середину 19. Эти карты были реально сделаны. Я это уже тоже все объяснял. Но эти карты, конечно же, поддельные с точки зрения ориентации полюсов, наклона оси поверхности Земли, но по топонимам и гидронимам они не поддельные. То есть все названия рек, городов перенесены на эти поддельные карты с древних карт достаточно точно. И из карты в карту эти названия переходят. Потому кто сейчас спорит о том, что карты Тартарии поддельные, нет. Практически все объекты Тартарии и Камбалу, и Тендюк, и Могулы Тартар, затопленные территории Могула Восточно-Сибирским морем, практически есть во всех этих так называемых древних картах. На многих из них даже видна Гиперборея. А названия там не гуляют, они все устойчивы. И из карты в карту мы их видим. Потому доверять тем картам, которые мы рассматривали сегодня, картам звездного неба и вот этим положением созвездия Дракон, откорректированным далее положением современного Северного полюса, промежуточного Северного полюса, доверять тоже можно. Да, на них, на этих картах не нанесены в основном вторые части координатных отсчетов. Допустим, как я вам говорил, нанесена долгота, а широты нет, и определиться по ним невозможно. Но все-таки они нарисованы верно. И Северный полюс звездного неба в созвездии Дракон нанесен реально. И на каждой из этих карт это положение Северного полюса, небесного свода, везде хорошо нарисовано. И везде оно одинаковое. Даже подделки одинаковые из карты в карту, более поздние, когда пытались отрисовать новое положение полюса. И как это происходило, я тоже объяснял. Так что назначение этих карт, конечно же, это иллюстрации к новым учебникам истории, которые писали ее переписчики, видимо, уже в конце 19 века, стирающие Тартарию и все основные события в мире. Но все-таки информация на них верна. Пока, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.